Росгвардия, это государство. На его стороне. Вот они стоят сейчас и не пускают никого тоже. И вот группа полицейских, два человека. Они их не пускают так же. Им меня сопроводить они не имеют права. Не пускают. Как тогда? Ну, вот, значит, здесь какая-то коррупционная составляющая в этом. Вот, безусловно, что-то здесь... Или какая-то родственная связь может быть с начальником полиции. Или откуда-то слышу нашу группу. Просто вот, так не запустить, да, вот решение. Вот что-то они же должны какое-то решение принять сейчас. Решение должны принять, да. Просто надо... Они не понимают, наверное, как вариант, они тоже, наверное, должны сообразить, что они делают, как они будут отвечать потом на вопросы, которые им будут задавать уже их руководители. По логике я просто говорю. Вот вы из этой системы силовиков тоже, наверное, думаете недоумение, в чем дело, ну, как, да, и что я, дальше? Я, честно говоря, такого никогда не видел. Ну, когда-то бывает все первый раз. Ну да, бывает все первый раз, кстати, моя фраза. Просто к чему такая ситуация может привести в итоге? Да. Это же уже публично? Это же крайние ребята, они здесь ни при чем, они выполняют, в конце концов, приказ. Ну, там, скорее всего, какой-то конфликт интересов идет. Там другого нет. Ну, этого товарища, который направлен, исполняющий обязанности, официальные документы есть. По идее, должен войти в это здание. Да, по идее, должен. Его не пускают так же. Ну, условно, обратился за помощью к общественности. Общественность выявила, представитель общественности есть, ну, депутат, который федеральный, имеет вроде бы там право доступа. Здесь тоже произошло вот это, тоже не пустили. Нет. Не может нарушение федерального закона. За что несет ответственность? А тут за всех. Нет. Нет, тут нам, мы тогда вмешиваться просто не можем в процесс. Конечно. Ничего не надо. Чистота эксперимента. Завершение, это я согласен. Да. Значит, докладываю. Сейчас звонили с телеканала РЭН. Говорят, ну все, кто мурманский, кто здесь Шереметьево, кто по больнице, говорит, у нас все съемочные группы сегодня аншлаг. И говорит, вы снимаете материал, мы с вами сделаем, Серег. Да я все снимаю. Да, с РЕН-ТВ мы сделаем сюжет. Мощнейший. Не, у меня-то уже вышло, на я так думаю. Но... Я уже выпустил материал. Ну, мы исходники дадим еще. А вообще глава администрации назначается кем? Народом. Народом? Депутатами, да. Депутатами, да? Депутатами, да. И снимается тоже должность, тоже депутат. Да, да. А где вы? А? Где вы? Водите? Да. Ну, это... Вот. Я особо в нее не вникал, в эту логику, но мне предложено быть зам главы администрации. Ну это ладно, это уже... Вы сидите, я... У него свое болит. Ты вообще у нас уезжаешь? Нет.